Другая квартира или выплата возмещения. Елизовский пенсионер смог отсудить новое жилье взамен денег за аварийную квартиру. Добиться восстановления прав жителя полуострова помогла прокуратура. Установлено, что муниципалитет обратился в суд о выселении пенсионера из принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения без предоставления другого, но с выплатой выкупной стоимости изымаемого жилья. Поскольку жилой дом, в котором находится принадлежащее пенсионеру жилое помещение, включен в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, мужчина был вправе выбрать способ обеспечения его жилищных прав. Елизовский городской прокурор в интересах пенсионера предъявил встречный иск о возложении на администрацию обязанности представить ему в собственность равнозначное жилое помещение взамен изымаемого. Елизовский районный суд, рассмотрев материалы дела по существу заявленных сторонами требований, удовлетворение искового заявления администрации отказал. Встречное исковое заявление прокурора удовлетворил. Решение суда в законную силу еще не вступило.